Ukrainian flag. Да. Так, это то, что я говорила, здесь должна быть мельница какая-то старинная. Все перекрыто. Все на реконструкции. Open to Clifton Mills. We could be drove. Yeah. You see the sign? Yes. Розочки. At night here lights. Clifton Mills. Blacksmith over there. This probably was the center of town at one point. I like that house right there. Is this wine? Уже суп поели, поэтому это уже второе. Это свечи. Я нашла с лавандой. И она пахнет лавандой. Очень часто здесь написано типа лаванда свеча. Но она вообще не пахнет как лаванда. Что угодно, только не лаванда. Вообще, конечно, здесь какая-то фигненция. Что это такое? О, это свечи. Что это такое? Ага, вам сюда нужно поставить две батареи. Я присмотрела уже в коллекцию кружку.
сейчас попробуем пойти по тому мосту. Right there, you see this thing and that thing? Those are bridges. You look right there, it's like a little railroad track. Sometimes they had a model train going through there. Да. See? It's not there anymore though, because it's not going this way. Когда-то тут был игрушечный паровозик. А ну сейчас мы перейдем, посмотрим, что там было. Какой дядя. Вот там вот мы только что обедали. Вот здесь речечка, а вот этот ужасненький старый мостик крытый. Вот отсюда видно, что это интересно. Это 1800 какого-то, 5-го или 6-го, надо будет проверить. Да, вот так паровозик ходил. Уже не ходит. Ялька, пошли настоящий мост смотреть. Отсюда красивый вид. Вот это дерево только уже высохшее, могли бы спилить. А это какое старое, 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 гляньте. Ну а внизу, кстати, они его перекладывали, видите? Абсолютно новые бревна. Остались только стены натуральные. Oh, we were sitting right above the waterfall. Uh-huh. That second waterfall. We were sitting right in that window there. Yeah. Didn't even know it. Yeah. Yeah, that kid was saying the same thing about us. So, okay. Come in this way. Right. Come with me. Да больше водопадов. They put a fence so you can't get a good picture from Cute. Yeah, it's very clever. Private property. Private. It's just a parking lot back there. Да. Колодец. Wishing well. Да, пожелал лучшего. Колодец. Фу, парит. Опять, наверное, будет дождь. Так, сейчас мы туда еще к тому старому домишке подойдем. Мы, конечно, не сможем влезть внутрь. Закрыто. Это типа наших мазанок, только с бревнами. Не, это цемент. Some old stuff in there. Uh-huh. Это выглядит старо. I'm sure they replaced this with new stuff. Да. This is probably original. Yeah. Я думала, то как у нас мазанки вот эти вот между бревнами, а это они уже
цементом. Окей. Фу, парит как, боже. There's lights in everything, honey. Газовая колонка старая. Goes back that way too, you see? Uh-huh. Да. Может, это отель какой-то. Ну просто чтобы люди здесь жили, это слишком огромное помещение. Maybe it's here. Хотя вряд ли. Это, наверное, скорее всего о том, что нельзя въезжать. Да. Непонятно, что это за здание. Написано, что private property. And they have also land, you see? Не знаю, так мы не нашли никакого знака, но для частного дома он вообще громадный какой-то, и территория еще, видите. Непонятно, что это. Да. But I didn't of this. Домишечка. Непонятно, что это было, никаких табличек с указателями мы не нашли, что это такое. Видно, что старинное здание, но сохраненное, но не ясно, что это было. Вот, это было компания такая, Blacksmith. По изготовлению всех этих там подков, ободов для лошадей. Ой, боже, как жарко сейчас здесь. Вот Blacksmith. Чей-то домик. Такой симпатичный. Все, будем ехать. А вот, собственно, где мы были. Клифтон Милл. Все, мы закончили наш день, второй день. Да, путешествий вдвоем только, наша первая вылазка. Нет, это вторая вылазка. Первая была, когда он приезжал познакомиться. А это вторая вылазка. Ну, did you like our trip just together? Yeah. It's a good time. You? Yeah, I do. So, we will. Мы собираемся домой. Try to do it again next year. Yeah. Мы постараемся, если мама еще будет здесь, но я надеюсь, что она будет здесь, попробуем сделать то же самое, вырваться куда-то вдвоем на следующую годовщину. Happy anniversary! Happy anniversary! И вот еще какой-то тоже домишечко, старинный, заброшенный, непонятно что. Хотя нет, не совсем заброшенный, вы видите, там даже огнетушитель на втором этаже стоит. А первый полностью раскуроченный. Конечно, нужно сейчас в дырочку заглянуть. Все равно ничего не видно. Блин, солнце. Нет, ничего не видно. Что там коится? Ничего не понятно. Все разворочено.